Ну да, у нас, можно сказать, в Омске более популярен хоккей. Так вышло, что у моей старшей сестры муж тренер. И оказалось так, что я вот был у него воспитанником. Да, в детстве очень горел этим, что вот футбол почему-то, не знаю, сам не могу сказать, почему футбол, не хоккей, просто вот выбрал, и очень мне понравилось, и целыми днями на футбольном поле проводил в детстве, приходил со школы, рюкзак в сторону на тренировку, после тренировки опять же с ребятами на футбольное поле и до вечера. Не знаю, но начал я заниматься мини-футболом сначала. Вот тренер по мини-футболу. Потом же в Омске директор «Динамо» обратил внимание и позвал, собственно, уже в большой футбол. Так я там оказался. Ну, и, собственно, так все закрутилось и пошло дальше. А вот кумиры футбольные. Из футбольных кумиров, ну, он с детства и по сегодняшний день это, наверное, Криштиану Роналду. Он доказал своей работой, что можно достичь таких высот. Просто нужно работать над собой. Год для меня очень хороший, я считаю. Я рад, что оказался в НУА, что не выбрал другой вариант. Хотя, честно скажу, был сложный выбор. Я даже не знал, ну что тут за чемпионат. Ну, хорошо, что так получилось. Год для меня очень хороший тренер. Я чувствую, что я спрогрессировал, вырос в футбольном плане. Считаю, что и дальше в этом же плане будем расти все вместе. Большую роль сыграло, что здесь можно попасть в Еврокубки. Я думаю, это главную роль сыграло, в принципе. Ну, цели поставлены, думаю, реализуемы, можно сказать, на 100%. Если приложить достаточно усилий, это сами видите, можно добиться любых целей. Атмосфера в клубе очень хорошая. Все друг друга поддерживают, хотят добиться этих же целей и стремятся делать как можно лучше свою работу. Есть такая изюминка в нем, что ли. Ну, мне нравится. Здесь открытый футбол, можно сказать, нет таких прям оборонительных команд. Все играют в атаку, все хотят забить. Достаточно хорошие скорости, хорошие футболисты. Я считаю, что очень высокий уровень чемпионата Армении. Это, наверное, не в чем-то, а в одном. Это много нюансов, но хочу выделить желание всех без основания работников клуба, футболистов, всех-всех. Все очень грамотно работают, идут поставленные цели, не опускают планку. Поэтому я, если честно, с самого начала думал, что мы без проблем попадем в эту шестерку и вообще займем какое-нибудь место в тройке. А сейчас вы видите, что это очень близко все. И если, опять же, поработаем, приложим достаточно усилий, мы спокойно займем призовое место. Ну, во-первых, я чувствую себя хорошо на поле, главное. А на какой позиции, ну, честно сказать, без разницы. Потому что что та атакующая позиция ближе к атаке. В центре более интересно, в плане, что ты более ответственен за игру, ты больше направляешь атаку, распоряжаешься мячом по мысли, нужно больше мысли в центре. А так, в целом, без разницы. Мы с Максимом Майровичем исполняем пенальти. Так вышло, что я больше, что ли, бил пенальти. В психологическом плане, да, ты переживаешь, но когда уже
Настает момент удара, прозвучал свисток, ты все равно откидываешь эти мысли и просто забиваешь гол. Честно, не знаю, не читаю прессу много. Почему? Не знаю, на другом сосредоточен, что ли. Вы говорите, получал ли там звонки были или какие интересы. Мне на данный момент это все не важно. У меня контракт с клубом, еще, как вы знаете, на год. У меня сейчас мысли о том, как можно больше принести пользы клубу, как можно выше занять место. В общем, добиться по максимуму результатов в этом сезоне, в следующем, а там уже будем думать и уже читать тогда прессу, там, что пишут. Ну, давайте с ближайших планов. Мы попадем в Еврокубки, выиграем Кубок Армении и попадем в тройку, скажем. Постараемся в двойку чемпионата. На следующий год как раз-таки постараемся как можно дальше пройти в Еврокубках, желательно в групповой этап. А дальше давайте не будем заглядывать, просто там уже будет видно. Борьба не окончена, пока есть какие-то шансы. Также вы увидите по последней игре, я считаю, мы переиграли Арарат, чем не показатель. Можно также спокойно сейчас, ну не по счету переиграли по игре, сейчас спокойно выигрывая игру за игрой, там соперники будут терять очки, спокойно можно занимать первое место. Просто мы на это действительно способны, там уже какие-то нюансы бывают, это же футбол. Да, столкнулись просто с такой проблемой, ну весь мир столкнулся с этой проблемой, но получилось так, что да, календарь чуть поизменился, мы играем в таком режиме, можно сказать, тяжело, да, но все в одинаковой ситуации оказались. Каждый восстанавливается по-своему. Там. Ну, я считаю, что это нормально. Спокойно можно играть и в этом режиме. Надо постараться превзойти эти показатели. Два забить и отдать. Да, ожидать только победы нужно в дальнейших играх. Больше ничего нас не устраивает. Да, я считаю, мы полностью готовы. И если, ну, честно, мое мнение, мы находимся в лучшей ситуации и в психологическом плане, чем команда, которая находится уже там, борется за выживание, можно так сказать. Да, у них легче график, но это не сыграет, я считаю, никакой роли, мы просто выиграем, пройдем финал. Честно, я когда приехал, я был огромным впечатлением от города, от людей. Как я говорил, я, честно, не знал, куда я еду, что, как страна, ну просто не знал. Сейчас я очень рад, что я здесь оказался, мне все нравится абсолютно. Люди, город сам очень красивый, еда. У меня семья здесь все время. Им тоже, я могу сказать, тоже очень нравится здесь. Практически все говорят по-русски, с этим нет проблем. Лично я не ездил особо за город. Ну вот только выездные матчи, едешь, смотришь. Даже вот за эти 2 часа природа великолепная, горы, очень красиво, мне нравится. Ну, жена у меня поездила, посмотрела, рассказывала, ей тоже нравится, очень красиво все. И я думаю, что у меня еще будет время посетить какие-нибудь места. Поля практически, опять же, у всех натуральные поля. Я играл в России, там было больше искусственных, и даже если натурально, оно не было такого качества, как здесь. Ну, все супер. Одно могу сказать, я думал об этом вот недавно, что если было бы у всех команд одинаковые мячи, то было бы намного лучше.